моїх пісень. Пісня зветься, ну, вона... Вона вийдет в альбомі. Я все-таки записала новий альбом. І його зараз, як я говорю, довго, але упорно печатають на заводі. Да, видимо, много экземпляров печатают. Поэтому я не говорю ни название альбома пока, что пираты или пираты, или не. Но песни уже почти все, по-моему, уже я рассказала. Будет и Ленточка, и Мамочка, сегодня споют песни. И песни, и там будет входить песня «Ехал ко мне друг». Вот какая замечательная такая исполнительница. Я вам рассказываю о том, какой новый альбом, но купить вам его нельзя. Разрекламировала. Все, песня называется «Ехал ко мне друг». Все.
я спросила, подожди, аккуратнее вот с этим. Ну, это точно аккуратнее. Спасибо. А то я хожу и в руке снимаю. Я хотела в Пит-Тайгу закончить. Да не иди, не бойся. Тут спокойно видишь. Нет, правда, Коля, я же вижу. Про бабушку вам звонить. Давайте так, вы еще не очень сильно устали? Не жарко? Хорошо. Знаете, как мне Иван Иванович говорит, да на тебя пахать надо. Да, спасибо большое. Я уже на одном концерте сказала, когда мне все пытаются, ну как мне осквернить, все меня пытаются, ну пытаются, чтобы мне плохо стало, знаете, чтобы мне. Я сказала, не получится, у меня прабабка родила 16 детей. Так что так, вам нормально здесь вдвоем на одном стуле? Господи боже. А может быть туда? Нет, правильно. Малыши сидят. Ну, хорошо, давайте свою бабушку, потом тогда верну. Мне просто тут очень хорошо. Я сейчас иду всем, дойду. Сыграйте бабушку. Да хорошо, я верну, блядь. Я даже падать буду. Что-нибудь из этого. Не упаду. Коля, что ты ходишь за мной? Не бойся. Да все надо, работаю. Это, знаете, это самый лучший охранник Российской Федерации. Я серьезно говорю. Я вам скажу, почему. А Коля... Чтобы вы тоже слышали. Коля хороший охранник по одной простой причине. Это тот человек, который, охраняя, скажем так, меня, всегда, знаете, как он говорит, ну, когда совсем хамские люди, Коля просто не говорит, куда им сходить, культурно, да, и вернуться оттуда с магнитиками. Вот. Коля это очень культурно может делать, он никогда не отпихнет человека, он даже самому... Какой вы сильный! Я думала, вы мне что-то на ушко сказать хочешь, а у меня чмок! Спасибо. Да, спасибо. Так, давайте... Это Коля просто еще и помогает. Все, давайте я свою вести бабушку. Саша, нормально здесь я стою? Да. Александр Дробыш, звукорежиссер, город Колпино. Вы знаете, с чем Саша похожи? Это бесполезно, я сама договорю. Помните, вы поиграете, тише, на смешение ежика. И знаете, чем похожи? Саша с Санкт-Петербурга. Но он всегда говорит, что я из Колпино. Мы похожи с тобой, Саша, тем, что я уже давным-давно могу себе сделать профессию питерскую. Но прописка у меня до сих пор в Снежногорске. Улица Советская, дом 2, квартира 48. Это настоящая адрес. Ну все, поехали, сиди. Больше молчу. Моя бабушка читает мысли.
У нас таким видом, что я не знаю, что ты там собралась петь, а я собираюсь играть тайгу. Правильно, Александр?